Здорово, кексы и кексики! С вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятки, нашел наконец-таки прикольную игрушку, которая называется Landsliders. Сейчас вам все покажу. В общем, смотрите, тут персонажи есть вот такие вот. Волчок, панда и мистер холодильник. Представляете, холодильник мистер. У него, наверное, миссис еще есть холодильник. А может есть миссис морозилочка, я не знаю. В общем, за кого будем играть? Давайте поиграем за волчонка. Волчок. Выбираем этого мальчика. Вот, ребятки, игрушка очень красочная такая, веселая. Смотрите. Скольжу я пальцем по экрану, и мой волчок тоже скользит по зеленой траве. Быстро проводите пальцем по экрану, чтобы двигаться быстрее. Логично. Быстро-быстро провожу, быстро-быстро двигаюсь. Так, смотрите, еще... Подсказка, коснитесь экрана, чтобы остановиться. Ага, понятно, оп, остановился, забор остановил, правда, меня. Так, падаем вниз, что это? Насобирайте очки, собирая вещи. Окей. Ребятки, я, кстати, все еще болею, представляете? Но, тем не менее, стараюсь для вас, ищу игрушечки. Эх, зачем же я упал? Здешние земли бесконечные. Начните их исследовать. Окейушки. Так, чего тут? Управление. Да пускай так и будет. Двигать мир, двигать персонажа, начать. Оп, на кнопочку встали. Волчок наш, волчочек. На роликах, что ли, да, он? Смотрите, вот такие вот нужно штучки набрать. Если холодильником играете, то там будут пакеты как молока, что ли. Я уже играл до этого. Вот эти медведи, я не знаю, что они делают. Но, по-моему, они нам мешают. Вау, ребята, как хорошо, что в этой игре нельзя упасть. Смотрите, у-ху-ху, пропасть. Он летит, представляете, волчок наш летит. Ух ты, а там что? Можно сюда залететь? Нет, нельзя. Хорошо, хоть не падает, правда, ребята? Мог бы и упасть. Ух ты, что это за острый соус у меня? Какой-то йети у нас бросает чем-то. Давайте его собьем. Я еще, честно говоря, не особо сильно играл в эту игру. Ой-ой-ой, что-то, ребята, надо было управление поменять. Я обычно по-другому играю. А ну-ка, сейчас попробую. Ладно, потом поменяю управление. Пока буду мучаться. Так, где этот йети снежный? Надо его как-то попробовать сбить. По-моему, их можно сбивать, ребята. Эх, что-то я не могу по нему попасть еще. Ух, получай. Или нельзя его сбивать. Он нас заморозил. Снежком своим. Так, что это такое? Уровень 1. Сюда надо наступать или не надо? Мешает этот снежный человек нам. Ладно, пособираю пока. Вы нашли все. Я нашел все. Медведь тут еще какой-то. О, а медведь упал. Представляете, ребята? Это их так можно обманывать. А ты что сидишь? О, встал опять. Давай. Что нужно делать, ребятки? Какая-то загадка. Проехаться по всем этим пирамидкам, что ли? Этот гад меня все время сбивает. Не дает мне сосредоточиться. Как бы его скинуть тоже, а, ребята? Получится, не получится. А ну иди сюда, давайте подманим его сюда. Сейчас мы его подманим. Снежный человек. Иди сюда. Ой, а это что такое? Вот же следующий уровень. Вау, куда ты? Не понял, что тут, там за загадка была такая. Вот, ух ты, смотрите, волчок наш улетел на другую планету. На 9-е небо. В 30-е царство. Так. Я не пойму, а что тут? Следующий уровень можно сразу начинать, что ли? Ничего не собирая. Вау, ребята! Хотел спрыгнуть, не успел. А чё ж ты, как же так? Какие-то странные уровни. Оу, куда? Мне еще разбираться и разбираться в эту игру, конечно же. Опять вот эти... Йети какие-то. Это что за колючка бегает? Черепаха с кактусом. Ребятки, вот это да. Видели?
Мало того, что Йети постоянно этой... Буду называть его Йети, не знаю, мне почему-то он напоминает Йети. Напишите, ребята, в комментариях, кого напоминает он вам. Но мне кажется, это логично. Снежный человек, Йети, черепаха какая-то в колючках. Это мы куда? А-а-а. И тут опять он этот. Снежный человек. Человечище. Упал. Упал, ребята. Вот это да. Надо назад. Давай, поднимай меня. Ах ты ж. Посмотрите, что он делает. Он мне мешает. Всячески пытается мне помешать. Но ничего, у него не получится. Ребята, игра реально классная. Графика, смотрите, ярко. Динозавр. А он что делает? Прыгает. О, спрыгнул вниз. Самоубийца какой-то. Так, ну куда ты меня толкаешь? Только попробуй меня отсюда скинуть. Дай пройти. Дай пройти. Дай пройти. Вовкин хочет пройти. Вау. Вау. Ух ты. Вау. Ребята, вот это да. Это что такое? Задание. Соберите монет. Осталось 5 монет. Принять. Давай примем. Конечно. Где наши монетки? Так. Хорош тут уже. Ух ты. Что это такое за лужа? И что здесь надо делать? Непонятно вообще. Какая-то лужа. А где монеты? Я не пойму. Чего-то вообще. Пальмы. Странно. Я здесь монет не вижу, ребята. Если вы видите, напишите мне в комментариях. Может, я где-то пропустил их. Знаю, что тут можно костер тушить. Смотрите, оп. Пролетел я и ветром затушил костер. Своими роликами. Так, полетели на следующий уровень. Поехали, поехали, полетели. Ух! Летим, летим. Оп, прилетели, приземлились. Какой-то ключ. Ух ты, бык. Бык, бежим от него, ребята. Я же говорю, что игра прикольная. Смотрите, вау, упал бычок. О, а вот и монетки. Все время какие-то новые тут герои. А зачем мне ключ? Вот это вот я не знаю. Пригодится? Ух ты, не поднял же эту. Карта какая-то, или что это, я не знаю. Так, поехали наверх. Ой-ой-ой, динозавр. Я должен быть там, а не ты. Смотрите, он за мной. За мной прыгает прыгучий динозавр. Ух ты, ключ. Сюда нужно ключ. Что делать? О, открыл, что-то я открыл, ребята. Следующий уровень. Так мне же нужно еще пособирать карты. Или что это такое, не знаю. А тут опять черепахи всякие. Драконы, вернее, эти. Динозябры. Динорексы. Так, идем сюда, идем, идем. Оп. Хорошо, что они немножко притягиваются. Четвертый уровень. Так, ладно, поехали сюда. Что у нас здесь будет? Давайте посмотрим. Ух ты. Какой-то новый зверь, наверное. Паук. Ничего себе. Офигеть, ребята, смотрите. Что это такое? Какие-то фиолетовые штуки. Круги какие-то. Зачем это все? А ну что будет? Вообще не пойму. Ничего не случается. Для чего это все туда? А паук что сделает мне? Я вот немножко не могу разобраться. Есть ли тут жизни? Для чего тут вообще вот эти пауки, медведи? Просто чтобы мешали мне, что ли? Как-то фиг поймешь. Наверное, просто для того, чтобы мешать. Мешать нашему волчку заниматься своими волчатскими делами. Правда? А это что, следующий уровень? Ой, надо было три собрать, а я не собрал. Ну ничего, ладно. Кто у нас здесь? Ух ты, тут уже какие-то мосты. Мосты развели. Так. Уровень шестой. Кролик, смотрите, зайко. Зайко, зайко, ты куда? Яй, ух ты, смотрите, сколько много этих
животных тут. Ой, капец, ребята. Чего тут, глядя, все падают вниз. Вот это да. Ребята, мне кажется, эта игра заслуживает лайка. Недаром я старался и нашел для вас реально что-то такое оригинальное. Необычная игрушка. Так что не скупитесь, ставьте лайки. Не зря я столько времени искал какую-то новую прикольную игрушку для вас. Вот. Кстати, хочу напомнить, что на канале проходит конкурс на 500 подписчиков. Будет 5 победителей. И каждый из победителей, и 5 призов, и каждый из победителей выберет приз, который ему нравится, из тех 5, что я предложу. Все подробности будут в моей группе ВКонтакте. Могу, кстати, посоветоваться вступить в нее. И добавляйтесь в друзья ВК. У меня мало друзей, хочу себе больше. Друзей много не бывает, как говорится. Ссылочки на мой ВК и на группу будут в описании под этим видео. Так, что у нас здесь? Что-то я все вниз спускаюсь и спускаюсь. А нужен-то наверх. Не туда я поехал. Волчок, не туда ты поехал. Деревья какие-то, колючки. Ключик. Ой, назад поехали. Кролик. Я не пойму, почему все эти животные падают в пропасть. Какие-то они глупцы. Зачем в пропасть-то бежать? Медведь, отстань. О, задание. Согнать снежного человека с утеса стоит вам подобраться поближе, как тот стремглав убегает. Ага. Вот почему эти... А это кто такой? Какая-то золотая обезьяна, что ли. Согнать снежного человека. А где же снежный человек? Смотрите, вон они все падают. Падают все, кто... Не нужен, а снежного человека нет. Медведь, отстань. Отстань, говорю. Ребята, у меня есть ключ. Ключ от вот этой вот штуки, следующий уровень. Поехали. Где снежный человек? Такие простые, дали задания. А человека-то нету, правильно. Медведи есть. Соседи медведи. А ну, отстаньте. Ой, куда это я полетел? Что, сюда не забраться, что ли? Соседи медведи. Ух ты, бык. Текаем от него, ребята. Вау, пока, бычок. Ух ты, что-то новенькое, какая-то бутылочка. Ай, отстань. Смотрите, что делает, а. Непобедимый острый соус. Соусенция у меня. Так, 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 еще немножечко. Так, есть ключ от уровня. Давай, давай. Вот так вот, поехали. 4 не собрал. Кто у нас тут следующий? Где снежный человек? О, я вижу уже снеговики. Значит, ух ты, ух ты. Косолапый, отвали от меня. Так это какой-то здоровый. Не какой-то обычный. Те не коричневый, это какой-то черный. Гризли, наверное. Гималайский. Гляньте, он меня вообще колбасит. Не дает мне выйти отсюда, ребята. Я же запаниковал. Отстань, говорю. А что делать? Эй. Нужно как-то сюда выбираться. Посмотрите, этот гризли просто-напросто не дает мне выбраться. Что делать-то? Это какая-то засада прям. Гляньте, не могу я выбраться. Ребята, что делать? Черепаха, кактус, помоги мне. Какая-то, я не пойму даже вообще, что делать теперь. Как этого балбеса оттолкнули отсюда? Вот пристал же окаянный. Ладно, ребята, буду без вас уже выбираться отсюда. На этом буду видео заканчивать. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Еще раз напомню про конкурс. И, конечно же, добавляйтесь в друзья и в группу. Всем буду рад. На этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Всем удачи.